пожаловать на канал Мыло Оп, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор кунжутного скраба. Кожа тела, как и кожа лица, требует постоянного ухода. Особенная актуальность регулярного ухода возрастает после 30 лет. Именно после этого возраста качество кожи – это результат ухода за ней. На протяжении всей жизни ваша кожа претерпевает постоянное обновление, которое сопровождается отмиранием старых клеток и замещением их на новые. Идеальным помощником этого процесса является скрабирование, очищение плюс массаж. Натуральный скраб легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобится порошок из кунжута и кремовая база. При желании можно добавить глину или другие компоненты. Косметические свойства кунжутного скраба таковы. Отшелушивание старого эпидермиса, обновление кожи, стимуляция регенерации, улучшение микроциркуляции, очищение, омоложение кожи, удаление кожного сала. Косметические применения таковы. Мыло ручной работы, кремы-скрабы, массажные плитки или гели для душа. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем кунжутный скраб нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!